В Локлиноу. Что если... Говядина Веллингтон. Приветики. Здравствуйте. Я пытаюсь правильно снять влог. Но мне нечего сказать. Все в порядке, в влогах не нужно говорить. Какой мой концепт на сегодня? Концепт этого видеоблога. Во-первых, приготовление говядины Веллингтон для Йонбока. Это, пожалуй, главное на сегодня. Что я должен делать? Не знаю. Прежде чем я это сделаю, я пойду в продуктовый магазин за продуктами. Так, мне нужно купить говяжье филе, грибы, ветчину, лук, шалот, каштаны и листы слоеного теста. А, правильно, тесто. И какао-порошок, разрыхлитель, молоко, взбитые сливки. Это все, что мне нужно. Остальное уже куплено. А, да, яйца. Чуть не забыл про яйца. Сейчас я пойду в магазин. Грибы. Каштаны. Лук-шалот. Так, это ветчина. Какой нож мне использовать? Возьму вот этот. Здорово. Я уверен, что это тоже работает. Я никогда не использовала этого парня. Мне стоит его почистить, да? Шнур слишком короткий. Может, мне их просто не чистить? Я очень ленив. Хотя они лучше выглядят очищенными. Давайте включим музыку. Та-дам! С ума сойти! С ума сойти. Это легендарно. Цвет идеальный. Согласен. Правильный оттенок розового. Не слишком красный. Вау, ребята. Должно быть, это заняло много времени. Ага. Я начал в час, а сейчас уже 4. Хотя это не так много, как я ожидал. Перевела и озвучила Айка. Спасибо за просмотр.